среду. Привет. Привет. Врач только что ушел, это он тебе сказал? Извини, что я тебе не позвонила. Самое главное, что с тобой все в порядке. А ребенка мы можем установить. Они же нас сразу предупреждали, что шансов почти нет. Я могла выносить этого ребенка. Но только не плачь. Ты еще любишь меня? Ну что за дурацкий вопрос? Конечно, люблю. Завтра на работу в офис придет моя жена. А, нам надо расстаться, я понимаю. Кстати, я же беременна. Давай еще раз все обсудим. Может быть, подождешь пару месяцев? Я хочу работать. Я Альбина. Лена, очень приятно. Очень приятно. И с кем познакомилась? Мне Альбина очень понравилась. Мне кажется, мы с ней подружимся. Ну зачем ты к ней набиваешься в подруги? Я подумала, так лучше будет. Елена Владимировна, вы меня извините, я вам тут случайно личный файл отправила. Это какой-то розыгрыш. Зачем ты это сделал? Если б не она, унылая серая мышь, которая торчит между нами, как заноза в заднице. Все, или я, или она. Лен. Я убью ее. Анна Банщикова в фильме «Что скрывает любовь» в среду на ТВ Русь.